Раз, два, три, четыре, пять. Никто босса не бьет. Никого не подведет. Прохиливайте. Хилить уже можно. Развернет. Все, можете бить. По звездочке бьем. Не брусите. И наколадов всегда на фул должен быть. Через сколько там спецспособностей? Через сколько спецспособностей? Напишите. 9, 8. Приготовьтесь, возможно, этот скоро спецспособность будет. Темная воронка, продолжаем бить танки, прожмитесь. Темная, нажми массакру. Играем, продолжаем бить. И про котлета прожмись, да, прокиньте его. Все, просто стоим на месте, продолжаем бить. Брича скверка залетела в нас. Аккуратно там, одна. Это потолков. По бухому урон прошел. Еще одному человеку. Следующая спецспособность через 12 секунд. Через 9, 7, 6. Волупи на коладу на фул. Через 2 секунды спецспособность. Светлая воронка. Все взяли светлую. Танки сейчас ловят темную. Играем по темной. Вова, нажми эйсбаунд. Потихоньку все перебегаем. По пути не ловим темные. Танки можете сменить уже на темную и ловите темные. Темные не ловим. Смотрите аккуратно, там темная летит в рейд. Не спешите вы. Прохил вверх. Женя, good help. Вставай, бета-тестер. Возьмешь темное. Играем по темному. И в один таргет, да, встаньте. Скучкуйтесь, смотрите, как сопля размазана. Ближе, ближе, ближе подошли. По пинокладу на фул. Темное сейчас ловите. Летит в рейд, темное, блять, отбегите. Киберкотлета не словил темный. Киберкотлета, какого хуя ты там? Ближе к рейду, и ты ловишь не с той стороны. Возле портала твоего. Падайте. Возле портала. Вот здесь, да. Пойдите просто. Время, блядь, забирать. Блядь, ну что непонятно? Стать кучнее, блядь. Ну, ребята, подбежать к мили-зону. Что сложного? Чего вы стоите там кастите? Единственный класс, который стоит на РНЖ, это Хан. Ты не словил сверху, это точно ты. Ты ловил, потому что смотри, киберкотлета. Ты ловил сверху возле танка. А тебе нужно в первую очередь от рейда ловить. Летела сверка со своей стороны. И не отбегай далеко от нас. Следи к сверке, которые летят в нас. Ни одна сфера не должна в нас залететь. Блядь. Что в этом непонятного? Ну это же, блядь, максимально просто. Не надо убегать, блядь, сейчас в Долоран туда искать какие-то сферы. Они ж мимо летят много. Ну как бы, косяк не ваш, ребят, но тоже могли бы сообразить. Я, блядь, отбежал. Предупредил, тем более, что светит сферка. Нас. А я заслонился другим. А, блядь. Попал, еще падает. Я не знаю. Yes. Я заслонился, я бежал за всех и все в другую сторону. Во всех не ебал, что мне. Из глубин ледяной короны навстречу вам поднимаются две могучие воительницы плети, жуткие валькиры, крылатые вестницы короля лича. Пусть состязания начнутся! По поводу людей, которые ловят сферки. Вы не меняете цвет, пока не осуществится переводка. Вы получаете урон от черных сфер, даже когда вы под белым дебафом, похую. После переводки вы меняете цвет и продолжаете ловить черный. То есть не надо сразу, сломя голову, убирать, менять цвет, потому что сферы будут убивать. Ну и по дороге перебегая. Вот такенная лепешка бежала, вот такенная, просто 20 метров в диаметре. Бежит, 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 бежит.
Так и остановилась 20-метровая лепешка. Давайте рыбу начинаем, пизду, пусть валяется. Давай. Это я, дайте сон. А, стойте, я же сейчас могу этот зайти. Поставьте стюсу, пожалуйста, кто-нибудь. Есть? Да, вставай, блядь. Если кто-то ставил. Большой говяжий матрас, да. Копия-то минус 200. Полежи на нем. Там говяжья шкура валяется. Вы убился или не было? Или числом ученица? Дюс. А, вот стоит. Стоит. Никотин лошадь убивает, зато Джесса ставит. Дама, ты здесь? Да, нет. Давай, все, нету. Ладно, нет? Ставлю рыбу, блин, так. 24 одного не ждут. Да он каждый трай, что-то в нем происходит. Это несерьезно по отношению к людям, которые здесь сейчас сидят, блядь. Про что? Про Каданума. Можно с рыбы сползти, буревестник? Спасибо. Спасибо за понимание. Буревестник. Такой навестник. А сейчас будет полы дадут. Чё, блядь, непонятно, если слева, а там чёрные сферы, блядь. Ещё раз, напоминаю. Напоминаю, вот мы стоим в одном месте. Вот так вот бегает один человек, сзади бегает вокруг рейда. Вот так вот второй человек, ну, Петя всё правильно делает. Всё, поехали. Будем так пулять, пизду. Просто не получит ИП за этого босса не получит ИП. Знаете, вот прям сейчас скучно, в одну точку, в Биликов все зайдите, кроме Ханта. Хант единственный чуть назад такой. Дайте ребахну. 3D-метку поставь, пускай все в 3D-метку стоят. Вот, крест. В меня вот ставь квадрат. Не, это борщ. Вот, Макс Рэмс. До сферки. Там танк будет стоять чуть дальше, а мы вот тут, как обычно. Смотри, вот так прилетела сферка в нас, вот. Вот траектория, по которой прилетела в нас сферка, я тебе ее точно сказал. Вот, бегу. Так, один маленький нюанс. Танки, сферы летящие с вашей стороны, старайтесь жопой ловить тоже. Медведь поймал танковскую сферу и пропустил свою сферу, которая летела на сказок. Дайте лапку. Поехали. Лишний пиздец много. Бухой, Сосунья, Петя. Саня. Тут Сонька. Санечек. Сосунья, ты че бухой? Вот тут. Все, все готовы, Вова, иди гуляй. Вот эта точка твоя. Вот это, медведь. Вот эта точка. Вот отсюда, вот до сюда. Все. Давай. Все, играем по звездочке все. Понило. Оу, дай Бэрону пока понило. Егор, через отрыв смотри сверки, не слови по пути и возьми темную бегай. Да меня, короче, не дохиливают эту пизду. Я шаг сделал и все, и умер. Ладно, тихо. Поиграем по светлой потом.
Смена цели, сыграли по... Взяли свету, сыграли по темной, дали герм. Сейчас ловим черные. Сбили мы каст, перебежали, по пути не ловим темные. Сейчас. Танки ловят темные. Играем по темной, весь всем рейдом. Стали кучно, в квадратик. И на коваду прокил. След спецспособность через 7 секунд. Приготовьтесь, если что, сразу брать темную. Мишка, не лови белые. Светлая воронка, продолжаем бить. Темнеющий, нажмешь массакру. Он по себе инер залей. И прожмитесь, танки. Играем по темной. И на коваду прохил. Способность через 6 секунд. Приготовьтесь драть. Бурсты ставьте на щит. Темная воронка, взяли все темную. Играем по светлой. Танки ловите сейчас светлой сферы. Прожмитесь. Нажми Маваргин на хп. Пальцы не вставай пока. Возьми темную сразу. Дайте ребаф по буревестнику и из морски залей ему инна. Все, переводим рейд. Покиньте только. Переводим рейд, по пути светлое не ловим. Танки сейчас ловят светлое. Блять. Киберкотлета. Когда будет... Да кто, блять, вы... Ладно, бьем пока. Светлую бьем. Дальше будет светлый щит. Бурсты оставьте. Следующий каст. Сбиваем щит, дали бурсты. Отдай БР по Кадами. Иди возьми темную. Ладно, светлую бери, когда мы играем по темному. Понял, прокиньте. Играем пока по светлой. Способность через 9 секунд, 8. Войд, поможешь, если что, гимном хилить, если будет все плохо. Взяли светлую, все играем по темной. Танки прожметесь. Все, Вова, нажми из баунта. Мы белые. Сейчас черную ловит, мама. Да, вы ловите черную. А, вы белую, все. Ну, переводим. Босса. Мишка, по пути не ловим темные. Танки. Нет, не все правильно, он темный ловит темные. Все правильно. Мы играем по темной. Со светлым дебафом. Все правильно он делает, Ник. А, он правильно делает. Он всю фазу с черной простоял, ладно. Ну и ладно, лучше так. Главное, чтобы держал сферы. Главное, что он сделал то, что от него требуется, остальное по. Такие будто, а? Кто-то на выбор героический. Никто. Нет. Ты что, выбор упал? Боты упали, посмотри, какие боты. Угу. Чего ждешь? Запускайте, твою мать. Запускайте пока Нуба. Сейчас начислю ИП. Мишка справился, значит, не выбор, может, все. Ступник, кстати... Я буду за Макс это забирать. Никаких перекоров, ребят. У нас один трай и все. Один трай, идем, да, и если нет, переносим Анубу. У нас, во-первых, рейд сегодня слабый, по урону очень слабый. Мишка прыгает в сову. А нет, подожди, какая сова? Так, Женя в хила по-любому прыгай. В Good Help. Для меня в хила.
Да, Мишка в салу, все правильно. Попробуем один трай сделать, если нет. Сюда, туда, нет, то нет. Так, сейчас будем разваливать шмот. Ну иди, делай, делай. Блядь, 4к урона. Сколько ты дашь в этом, в коте? Ну давай, кота. Похуел. Блин, просто ты много даешь для кастеров, но у нас не так много кастеров, поэтому пой. Давай. Давай в кота тогда. Так, еще раз, готовность good help void. Ну, буду разраливать пока шмотки, которые им не нужны. Лук. 500 стар. И на мейн. Егор, если берешь, то забираешь, ты нет, то будет потом. Да не, я буду ждать с Каражана. Хорошо, тогда кому надо за 500 на мейн? Пихики 500 раз, пихики 502, пихики 503, кидай мем. Ну, Галина, ну быстрее, бля, 800. Нет, все, отдали Петю, все, не будет этого больше. Не, пускай забирает. 800. Раз, 802, 803. Все, это был последний раз, реально. Вы задолбали, я очень медленно считаю. Кидай мем. Все снимать придется. Рухи, не Влада. Есть какой-нибудь аддон и по ГП, там людей, которые меня доверяют. Санька. Так. Далее. Топор. Сот. Пор 500. Пики 500 раз. Пики 502. Троянский 4 спрос ДК заебал. Это ему на оф, так что он родится. Если будет такая хуйня, то будет отделить, кому не надо. Просто вот буду за вас ИП отдавать шмотку. Если ты скажешь, что нам не надо, то ладно. Это ему на оф, так что. Ну так ты спрос. Ты спрос ДК. Но он очень хочет, я понимаю его. Очень хочет. Дальше. Колечко. 250. Хапауи там. Хотя ДЦшнику прикольное кольцо. Аршаны. Вот 350. Раз. 350. 400. Да, кстати. Но Эрдру такое себе, он без духа. Эрдру не очень. Good help. Темнеющая 550. Good help 600. Раз. Good help 600. Два. 700. Темнеющая. У тебя есть 700? В общем. 1500, да. 750. Good help. Давайте ставку увеличивайте. 800. Кратная 100. Да, оставьте, сколько вы готовы за него максимум отдать. Чего вы паритесь? Good help 900 раз. Good help 900 два. 1300 темнеющая раз. 1300 все, темнеющая. Это уже просадка появилась. Давай темнеющая все. 1303 кидай. Один хрен тут, и если человек хочет забрать, он будет ставить, ну, по максимуму большими шагами. Начал по большими шагами, все просто ему нужно отдавать, потому что дальше это посадка по ЕП. Ну, похотел бы, поставил 1500 сразу, и все, и не паришься. Все, поехали дальше. Плащик, ловкости. 250, старт. Не, ну это... Пиздатый плащик моя пала будет, если что. Когда тут 2Т10 откуда появится. Будет. У тебя есть киберкотлета с 590.
250 бета-тестер раз. Уже поставили минимум 250. 300. 350. 500, короче, киберкотлета. Ставь 600, и ты забирай бета-тест. Не из них хоть. 500 раз. Полная просадка. 502, 503. Кидай киберкотлета, обмен. Магу. Метку сейчас поставлю, квадрат. Не, ну ему плащ менять надо по-любому. Вот ведь этот плащик классный, он мне понравился. Обожаю хвосты на медведе. Понял, плащ на медведе. Квадрату, квадрату, квадрату. Я уже отдал. Теперь, кому нужны трофеи, есть 4 штуки, просто парольте. Но они на продажу. Именно на кому нужны. Он у него эрдру, 1, 2, 3 куска. Он сколько? 3 куска сколько у него этих. Тебе нужно. 2 есть. 2 нужно тебе, да? 3 нужно. Надо 3. Темнеющая тебе сколько надо? А, да? А, ну все. Сколько тебе темнеющий? 1. А, и капитан нефть, сколько тебе надо? 1. Все, кидай его ну 2, получит темнеющий 1 и 1 этот капитан нефть. Кидай следующий обмен. Темнеющая или... Кидай следующий обмен. О. У нас эрдроп появился, да, в гильдии? Нихуя себе. Да, девчонка какая-то. Давай что, запы 250. Девчонка какая-то. Ты же девчонка какая-то. Ты что молчишь? Классный запы. Запы, ау, блядь. Да не люди. А у меня такие есть. Запы на мейн. 250. Подожди, Женя. Ну, 250 так 250. На лоф вообще-то 125. Пиноколада он на мейн, у него фрост ДК. За 250 забираешь Вова? 250 раз, пиноколада, 252, пиноколада, 253, кидай. Ну. Ему на мейн, Жень. Он не танк. Так. Блин, а немедленно, когда один все делает. Максимально. Так, дальше ноги. 250. Старт. Изморский 250 раз. Изморский 252. Изморский 253. Кидай мне. Дальше следующие запы, ну, такие, Ршан хапал, 250. 250 раз на мои, 252 на мои, 253 на мои, никто не берет, но офф 125. Бета-тестер, Сацуне и так далее, Яката, кто-то из вас. Никому не надо, да? Я понял, на распыл. Дальше. Превентина героя 250. Мы. Мы никому. Я не снимал тебе ИПС, да нихуя, и Андрей, я вообще тебе не снимал ИПС. Так. Ты ему снял ИПС за топор, а не мне. Да? Ну извини, тогда я тебе этот верну. А, сниму тебе.
Так, хорошо. Бригантина на офспек 125. Надо кому? Никому не надо, понял. Дальше. Боты. 250, Егор. Но они с РПБ, бета-тестер, фути, что ли? Вы ебанулись? Не, вы сейчас ебанулись, наверное, да. Я нахуй РПБ. Так ладно, это другого члена, блядь, вар 1000 ставит. Не, ну вар, в принципе, может. Они так-то классные. Честно, честно, вару это заебатые. Согласен насчет вара. Но... Есть проблемка с ботинками. Но... Да, то есть нет просто хороших ботинок на данный Егор, момент. Егор, просаживай. Все, хватит, останавливайся. Я понял. Ну, вар может альтернативу латы надеть, и типа эти 60 РПБ ему ничего не сделают, а у ханта нет альтернативы. Видишь, все. Латексные. Все вары любят ловкость тоже носить. Да, но не кольчужные. Кожа, нахуя тебе кожа, блядь, с каражана? Так, народ, успокойтесь. Серьезно, эти ботинки реально. Я понял. Да, просто аналогии нету сейчас, чтобы на вара что-то одеть. Надо было мне тогда дрочить нахуй всех тогда по этому шмоту, блядь, и не надеяться, что кольчуга РПБшная достанется. Ну, дрочилова полнейшая. Согласен. Пизду. Короче, 4000. Ставишь, Егор, с тобой тоже? Или нет? Саш, ты просто считай, Саш, хватит уже. Спешно, просто отчитал, все, поставили, поставили. Все, кидай обмен. Кидай обмен. Не знаю, блядь. Скоро выйдет ЦОК, эти запястья, тоски. Будут все ролить тоже. То же самое будет. 250 пояс. Кожаный на эрдружку. 250 лону, 250. Раз, 250, два, 253 кидальни. Говорят, что 2 недели осталось ждать. Так, и последняя шмотка осталась. Это на Аркана. Аркан какой-нибудь лог, что-то такое. Сала. 250 тоже. Тебе, если ты фаер, то без криты, ну такое себе. Как ни крути. Ну так и что, тихи-то, криты-то нет. Давай, пожалуйста, пусть рулит. 250 раз, 252, 253, кидай обмен. Кидай обмен. Андрею нужно будет вернуть ЕП и пенсию отнять. Все. Теперь слушаем по тактике. Троянский будет гриппать.
Сейчас все равно буду все здесь сапороты пить. На один трай. По-любому. Мы не будем просто тратить. И пить не будут люди. Теперь. По тактике. Мы все начинаем бить босса. Блять, добавились. Сейчас. Перевод. Забагались на. Так, отбегу на полторы минуты. Да, все равно. Да. Теперь подойдите все сюда. Пока что. Будем начинать бой. Вова, держишь босса в печеньке. В печеньке. Начинаешь держать босса. Сферки абсолютно никто не трогает. Все бьют тупо по боссу. Когда мы будем напуливать мобов слева, справа точнее, Егор будет слева напуливать мобов. Напуливают мобов в крест, там держит их Петя. Петю мы не щитуем. Паладин темнеющий, good help. Вы не кидаете щит никуда на крест. Крест это у нас будет... То есть вот, эта метка всегда должна быть без щита. Также, Саня, снимай сразу Т4 кусок. Вот. Крест вы не щитуете. Мы все бьем тупо ануба всегда. Дальше. Выходит две пачки мобов, ануб взрывается. Первый бежит God Help. Все, да, паладин, нажмите А от льда. Первый бежит God Help. Во-первых, не так сказал. Ануб взрывается. Весь рейд. Выбегает в центр. Вот сюда. Ждете, пока ануб выбирает какую-то цель. Ануб выбрал какую-то цель. Допустим, выбрался там я. Вот, определенный мат. Бежит со мной God Help. Здесь будет примерно разбита где-то сферка. Ну, не строго в уне, может быть, с этой стороны, может быть, с другой стороны. Где-то в этой зоне будет разбита сферка. Что вы делаете? Вы стоите перед сферкой, становитесь перед сферкой, на нее не заходите. Разбитой, перед льдом. Держите расстояние, заходите перед ней и ждете, пока на вас закинут боб. На вас закинули боб. Ждете 2 секунды окончания боба, забежали на лужу, разбили лужу. В этот момент весь рейд, пока уже побежали, весь рейд остальной, он должен забежать вот сюда и играть по трэшу. Играете по трэшу чисто АОЕшкой. Как только разбилась сфера там, выбирается новая цель. Новая цель, которая выбралась, уже бежит в сторону квадрата. В сторону квадрата закинет второй боб Яката. Вот здесь вот будет разбита сферка. То же самое. Становитесь перед лужей. Ждете, пока за вас закинут боб. Закинули боб. 2 секунды окончания боба ждете, забежали на лужу, разбили ее. Весь рейд в этот момент уже должен стоять примерно вот здесь. Должен быть залит весь трэш там и стоять вот здесь. Опять выбирается новая цель, она убегает. Все остальные возвращаются сюда и играют по мелкому трэшу. Мелкий трэш всегда в приоритете, он очень больно бьет здесь. Поэтому нужно навешивать стаки, и стаки очень больно бьют. Поэтому нужно будет сильно хилить и прохиливать и убивать мобов. Максимально быстро. Потом выкапывается ануб. И то же самое. Мы бьем ануба примерно в печеньке. Сейчас я немножко перенесу. Вот, в печеньке. Мы бьем босса в печеньке. Две пачки мобов выходит, ануб закапывается опять. Выбегаем в центр, выбирается какая-то цель. Уже бежит темнеющая туда, в район луны. Закидывает боб. И человек тоже, которого выбрал ануб. То же самое, взрывает там сферку. Мы опять же заливаем трэш в кресту. Взрывает сферка в луне. Выбежали. Выбралась опять цель. Вторую цель убиваем. Опять взрываем в квадрате. Может уже будет четвертая сферка не в самом квадрате сбита, а где-нибудь здесь рядом. То есть тоже не тупите, ищите сами глазами, где разбита сфера. Там и будет. Тоже подбежал и закинет уже Сацуна четвертый боб. То же самое, ждете окончания боба, забежали на сферку, взорвали сферку. Последний человек просто убегает, раскачивает ануба. Потом мы становимся под жопу ануба, переводим ануба на вторую фазу и будем по очереди нажимать массейвы.
все хилы очень сильно хилят. Саня, Мавар, будешь кидать боти, будешь прохиливать хантов, я их закину в одну группу еще. Любого тролля. Ну вот, как мои и капанил. Вова Пинаколада, твоя задача уже нуба будет вот здесь где-нибудь чуть ближе держать. Я метку не буду ставить, потому что она запутает людей. Вот сюда немножко ближе к квадрату поставит. Также, Вова, смотри такой момент. Когда нуб уходит в сторону Луны, ты, чтобы просто время не зря не терял, ты сверху грипнешь квадрат. То есть вот нуб вот эту зону прошел, ты грипнул сверху в районе квадрата и разбил. И так два раза тебе нужно будет сделать на закопках, когда он ушел. Ну, понятное дело, если тебя не выбрало целью. Если тебя выбрало целью, то ты убегаешь. Все, ставлю рыб. Пейте все сопроты, я сейчас кекаю, у кого не выпить сопрот. Вы пьете все сопроты, без сопрота это не убивается. Тогда давай сделаем три трая. Нахуй его пить на один трай. Ну, сделаем два трая, Женю уговорим, сделаем два-три трая, да. Все, и пойдем. Три трая, Ким. Ешьте рыбу все. Надеюсь, что эти три трая, в принципе, не понадобятся. Блять, ГБ забагалось. Вова, никотин. Для тебя будет боевое задание. На третьей фазе, на второй фазе, когда будем заливать жуков, ты должен будешь перемазать быстродействующий и атом нейтрализующий. Иначе мы этого босса не убьем. Или вторые клинки сменить. Да, либо сделать какой-то клинок. Еще дополнительный, просто поменять с быстродействующим ядом на нейтрализующим. Только смертельный не меняет, то вообще урона не будет. А вот быстродействующий сильно не потеряет. Ну, как бы сильно, но по-другому выбора нет. Ну так ты снурка в армса спикни и все. И будет вам минус 50. А, точно. Этот, Галина, прыгай в армса, ты ж в армсе била. Той покового. Ну это будет 100% надежно. Да, да, да. Здесь. И урон вроде не потеряете. И дорога, наверное, больше даст в одну цель. Так что пусть так останется в натуре, так и сделаем. А у нас же есть ММ, у него в ротации. ММ будет занят напуливанием, и в этот момент дебаф спадает, да, и босс прохиливается. У любого ханта есть в ротации прицельный выстрел. Но ханты на другую задачу назначены. Ой, главное, чтобы моих капов хватило. Ну, хотя сейчас я собрал чё? Примерно так же, как у орка. Я вам прям просто скажу, посмотрю себе пить, Слава, какого хуя, блядь, вы переводите? Это противоречит Рейлу. Сказал, сделали, все, блядь. Пошли дальше. Женька, не гори. Не горю, у меня, блядь, уже время поджимать. Сейчас. Да, Женька, извини, сейчас все будем быстрее делать. Это просто у меня сейчас забагался. Не могу сопрот выпить и взять за ГБ. Сейчас зайду, перезайду. Ну, заодно, я думаю, ДБМ нормально будет работать. У меня периодически ДБМ почему-то начинает хреново работать. Перезахожу и нормально. Этот. Босс, в принципе, для ДДшников манекен. Все, что нужно сделать, убивать трэш обязательно. Урона много нужно в трэш. И на третьей фазе, на второй фазе, точнее, выжить. Выжать максимум себя. Также все обязательно юзайте приплоты. И в начале боя, и на третьей фазе, на второй фазе, точнее. Бля, я не могу сопрот выпить, пиздец. Идет загрузка. О, все отлично. Прогрузился. Все, готовность на пул. Волос, пуляешь боссов строго по команде пул. Секунду. СС закастуй. Пока ни на кого не кастуй. Секунду. Надо подрубать атаку.
СС пока ни на кого не кастуй. Закастуешь СС, если мы доведем босса на вторую фазу, я тебе скажу. Закастуешь СС на Капанила. Танк. Окей? Лок. Капанил. Хант. Четвертая пати. Под Кадамой. Над Пинаколадой. Петя вышел. Да, секунду, мне надо подрубать Адон, чтобы не встать лагом. Он сказал секунду. Так, проверяю, у кого сапроты выпиты. Сацуне, Годхелп, темнеющая. Вот эти три человека без сапрота. Темнеющая тебя сложит, если не выпьешь сапрот. Здесь. А у тебя показывают БКшные сапроты или вообще фласки? Все фласки, и БКшные. И ЛКшные тоже. Ну, то есть на мне показалось, что сапрот есть, да? Да. Или то, что я офф не показываю. А, сериал ты офф не показывает вообще. Да мы все равно 50 минут здесь траить не будем. Ну что, Петь, заходишь там? Да, буду. О, сейчас показываю. Подожди, у меня показывает не сапрот. На мне малый. Темнеешь. На тебе настрой драконьего разума. Это не сапрот. Не стоит сопротивления. Нужен здесь. На третьей фазе перепьет. Давай попробуем вообще, посмотрим. Да, нет. Ну ладно, давай. Так, и таймер вытаскиваю. Все, я готов. Все, еще раз последняя готовность. Void Spirit, Яката. Также нажимаем все припоты, Петя. А у меня не выскочило. А, все пролагало. Понял, все. Так, на слове пул, ты Вова пуляешь. На пулу отдаете никотин в этого, пиноколаду. 5, 4, 3, 2, 1. Давай. ПС-ку закидывай на краш-теста. Скоро мобы выйдут. Не показывают у меня мобы, когда выходят. Выхнут. На пулы отдали. Меня тоже не показывают. Кого показывает, говорите. 7, 5, 4. Кажется, сколько это зарываний. Девять, восемь, семь, шесть. Зарываний. Три, два. На 3% урона меньше, чем обычно. На 2. Да, выбежали в центр. Годхелп первый бежит с бобом. И человек, которого выберет. Никотин побежал, все остальные трэш пошли бить. В районе креста. АОЕшками бьем. Тупо АОЕшками. АОЕшками. Вова, сбейте в квадрате. Все. Хорошо. Следующая взрывается в квадрате. Яката плюс человек, которого выберет. Вон там сбита сферка. Войд побежал. Добиваем большой трэш. Не утаем стаки от мелкого трэша. Дополнительное. Добили большой, по мелкому играем. Чего вы под шипами стоите? Забежал бухой. Мотоцель поменялась. Кадама выбежал. Все остальные убежали от него. Играем по трэшу мелкому. Под шипы не лезете. Киберкотлета дашь. Ты сферу хоть не сбей. Киберкотлета дашь БР по шнуркам. Добили мелкий трэш.
И не ставьте ледяные трапы. Почему трэш, блядь, маленький живет, нахуй? Какого хуя все милики под боссом уже, блядь? Тихо! Трачилы. Тихо! Это, в первую очередь всегда заливается мелкий трэш, блядь. Пока мелкий трэш не убивается, ни один милик не идет бить босса. Это касаемо РДДшников тоже. Через сколько мобы выходит, Андрей? 17. Девять. Пять. Три. Выход. Анонси мобов, когда выходит. Но ты не ставьте замедляющие трапы. Надо хотя бы до 50% довести. Хуёво, как по урону. Сферка уже сбита. Следующий бежит темнеющая, и человек, который выбил. Хики. Ой, блядь. Ну, можно падать. Зайдите, падайте. Ну вот, это, в принципе, весь босс. До второй фазы. Еще раз. Все играют в мелкую трэш, упали все, и это... Да, можно было разбить и сразу же грипнуть другую. Ну, он и сразу разобьет и вторую. Нет. А, ну хотя да. Он же там на месте будет. Еще раз повторяю, все бьют мелкий трэш в приоритете всегда, когда завели ли большой трэш. Потом оба идут, только бьют. Также какой-то гений побежал через рейд. И убил, во-первых, одного человека, во-вторых, покосило очень многих людей. Возможно, бухой. Он, ну, типа, не выбежал вообще сначала. Скажем так, вначале почему-то Войда показало. Меня точно Войда показало. Да, ДБМ пула я не увидел в этот раз. До этого всегда показывал. Понял. Сейчас не показывает, поэтому... Два, один, пул. Так, пожалуйста. Хорошо, я тогда просто посчитаю. Скажу, Яката, вставай. Давайте, ребаф. Быстрее. Вначале Войда показала, а потом другую цель почему-то поменяла, и там пиздец начался. Ну да, бывает. Поэтому будьте все наготове. Особенно милики, когда цель уже выбирается новая, служи, постарайтесь сбегать, чтобы были возможности до маневра. Также, Санька, если ты видишь, у какого-то милика уходит, кинь ему на всякий случай сейчас рядом. На себя будет это вязать. Все, давайте ребаф полностью. Кушайте рыбу. Все, это весь босс. Женя, гудхелп, у тебя боб подкатился. Да, все то же самое. Первый good help, второй закидывает боб Яката, третий закидывает темнеющий, четвертый закидывает Сацуна. В принципе, я уже знаю, как поднять ДПС нам в рейде. Добрать Джанка вместо капитан нефти. О, 6000 урона, это вообще, блин. Я бегал, да и то больше не дамажил. Так, лети, капитан нефть. Пока. У тебя 20-30 тысяч. Да, так и есть лети, смысл на Джандрай меня с вами? Ну он так, он в любом случае с нами же будет. Закрывать потом. Но мы два, когда один, два трая сделаем, все и пойдем. Ладно. Стой, не улетай пока. У нас просто ДПС не так много. Намного меньше, чем обычно. Все, идите все на позицию. Готовность на пол. Джанг. Не принимает пока. Понимаете?
Так, все готовы? Репоты нажимайте, пожалуйста, блять. Урона не хватает, капец. Максимально все, каждый нажимал максимум. Все, считаю до 5 и пуляем. 1, 2, 3, 4, 5, пул. Жмем максимум, припотики. Максимальный урон. Я не знаю, что произошло, у меня забагалось все нахуй, я не напулил на печь. Извините. Дай БР по Капанилу. Свободный Ону, быстрее, и дебаф его сразу. Ну? Ону, ребаф на Капанилу. Ой, не ребаф, а БР, блядь. Ебать, сейчас уйду. Дайте БР ему, ебать. Зморс, кидай ты. Ребаф Капанила, на пул мобов. Петь. А, Троянского. Троянского прохильте. Зарыванием, секунда. Подложим взорваться. Самое было. Выбежали в центр, выбралась цель. Void. И God Help. Все играют по трэшу через АУЕ. Следующий Еката закидывает боб. Смотрите, иногда цели меняются, через рейд не бегите. И видите, идут шипы на вас, отбегите немного, голову включайте. Вон, мелкий трэш пошел на какого-то РДДшника, Паша Буревестник. Все, выбежали с лужи. Все подбежали к квадрату. Вон, квадрат я. Магу. Играйте по мелкому трэшу. Следующий человек, которого выбирает, ну просто убегает в сторону Луны. И все остальные играют по мелкому трэшу. Пока нуб не выйдет. Яката убежал. Нурки прохильте. Галина, не смотри штаки аккуратно. Доиграли по мелкому трэшу. Пару штук тут осталось. Потихонечку перебегаете и играете. Последнего добили, хорошо, молодцы сейчас. Киберкотлета за Лейнер по магу. Определенно. Киберкотлета. Хорошо. Дамажим по боссу. Андрей, заанонсишь когда. 25. 10. Он за Лейнер по себе. 5. 3, 2, 1. Женя, Диману восстанови на Анубе. God help. Ону. Дружка. Инер по себе закинь. Сейчас бежит темнейшая и буревестник. Все остальные будут трэш бить. Вова, с тебя сферку сбить. Смотрите, сферка сейчас... Паш, на Петя. На Петя. А, темнее еще на себя закинул. Молодец. Петя, сейчас приведу. Да все, какой фридом? Упадите, последний трай сделаем. Нет, приведу, говорю, не фридом. Все нормально, жуков убили. Да, можно я лужу уже сделал себе. Все. А эту лужу не разбейте. Убегай, спринты, 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 эту лужу не бей! Ты... О, ну! Ну не бей ты эту лужу, блядь! Не бейся. Короче, давайте попробуем позакапывать этих жуков. Мне интересно просто посмотреть.
Просто пульте без лужи. Мне интересно посмотреть, что будет. Да упадите просто, что время тратить? Упади, упади. Развернись. Последний трай сделаем, там пару минут осталось в день. И пойдем. Нет, Саш, все. У меня нет времени. Ой. Все, у тебя? У меня все, у меня нет времени. Жень, у тебя все? У меня все. Мне нужно полчаса, час времени. Чтобы пойти сделать. Не, ну если тоже... нету времени, я то, конечно, уходи. Ну все, тогда нет смысла даже тратить больше. Да, давай на другой день как-нибудь. Завтра приходите, будет завтра, ну. Да причем здесь не идет, блядь. Просто один боб тебя закидывает на тебя, второй и слух не слушает. Да, в 13. У нас РТ всегда. Во всяком случае, проверили блокера, блокер справляется. Дроида выкинула с Дискорда. Ну да, я его с Диса выкинул. Я поэтому...